Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Старый Новый год. Обязательно загадайте свое желание, и вы увидите его быстрое исполнение. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сегодня хочу с вами поделиться совершенно простыми практиками на Старый Новый год. Все практики на Старый Новый год имеют очень древние корни, поэтому очень важно сосредоточиться на своих мечтах и желаниях и обязательно загадывать с чувством веры. Тогда все ваши просьбы в этот период будут услышаны и правильно поняты высшими силами добра и созидания. Если по каким-то причинам не получилось загадать желание в новогоднюю ночь, то это сделать получится в праздник Старого Нового года. 13 и 14 января наступает время чудес, чтобы превратить самую сокровенную мечту в реальность. Звезды уверены, что практически любое число зимы является волшебным временем. Можно не только загадать желание, но и отослать свои просьбы Вселенной, и получится обрести все то, на что человек так надеялся. Старый Новый год – это реальный шанс поверить в чудеса в жизни. Как можно загадать желание? Для начала нужно четко осознать то, о чем вы на самом деле мечтаете. Просьба, направленная ко Вселенной, должна быть искренней и заключаться в возможности отправить свою заветную мечту сразу же. Достаточно написать небольшое письмо и представить все то, что хочется получить. В ночь с 13 на 14 января считается самой сказочной, поэтому есть возможность визуализировать свое желание. Только нужно твердо быть уверенным в том, что все сбудется. Не следует использовать абстрактный посыл. Желание должно быть четким и реальным. Конкретика способна ускорить процесс того, чего так хочется больше в жизни и что должно реализоваться в самое ближайшее время. Но для визуализации процесса нужно быть и в хорошем настроении, и позитивно мыслить. И важно, чтобы ваша мечта не мешала другим людям. Загадывать желание нужно по правилам. И для этого случая есть некоторые ритуалы. Магический ритуал для исполнения желания. У вас есть целых 2 дня, 13 или 14 января. Берем листок бумаги. На листке вы должны описать свою мечту. В конце листка завершите общий текст, сделать пометку. Мое желание обязательно услышит Вселенная и исполнит в самое ближайшее время. Дальше листок нужно прочитать 3 раза, и его следует сжечь на огне. О проведенной практике никому ни при каких условиях не рассказываем, иначе ничего не исполнится. Пепел, который у вас остался, пускаем по ветру. И на время нужно отпустить свою мечту и о ней не думать. И только тогда получится через время увидеть уже результат его исполнения. Также 13 января в ночь, перед тем, как будете ложиться спать, вы можете еще и так загадать свое сокровенное желание, можете и другое. То, которое вы хотите, чтобы исполнилось. Его можно просто загадать и ложиться спать. А утром, 14 января, когда вы уже проснетесь, то просто подойдите к окну и скажите такие слова. «Желание во Вселенную отправляю, мечту свою получаю». Говорим один раз, и этого будет достаточно. Все, посмотрите, что в очень скором времени вы все-таки сможете получить свою мечту. На некоторое время о фантазии следует вообще забыть. О ней можно вспомнить лишь периодически, но не чаще, чем один раз в неделю. В мыслях просто представляйте все этапы исполнения желания. Визуализация в собственном подсознании позволит поближе приблизиться к реальности. Для общей колоритности своей фантазии следует добавить яркие краски или оттенки. Когда человек мечтает и загадывает желание, то всегда мысленно представляет, а как оно сбывается. Хотя не всегда результат положительный, но это происходит по ряду причин. И если мечта не несет ущерб другому человеку, и вы приложили некоторые усилия к ее исполнению, то можно надеяться на желанный эффект. А дальше мечтайте себе на здоровье и верьте в силу своих мыслей. Обязательно в этот день отпустите свои старые обиды, отпустите все то, что накопилось в вашей душе. Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением, с позитивными мыслями, и тогда вы весь год проведете в благополучии и радости.